Здравствуйте! В эфире телеканала «Автоплюс» новый выпуск программы «Наши тесты», главным героем которой сегодня будет автомобиль, к которому был прикован повышенный интерес среди собравшейся публики, посетившей недавно Московский международный автомобильный салон 2014. И этому есть вполне логичное объяснение, ведь популярный в нашей стране сегмент автомобилей класса «Б» пополнился совершенно новым игроком. Знакомьтесь, рядом со мной Datsun Ondo. Не успели японцы еще презентовать свой седан, как тут же вокруг этой модели поднялась шумиха. И наши соотечественники, основываясь на личных убеждениях, начали высказывать свое позитивное и не очень мнение по поводу этой новинки. И их можно понять, ведь в основе Ondo лежат отечественные узлы и агрегаты, что при любом раскладе делает автомобиль отличной мишенью для заочной критики. Ну а я, дабы не быть голословным, попробую совсем по порядку разобраться. И начнем, пожалуй, с самого важного. Что же это за бренд такой? Datsun. Не вдаваясь глубоко в историю, Datsun — это возрожденный легендарный японский бренд, который имеет уже вековую историю и тесно связан с компанией Nissan, который, в свою очередь, был полностью поглощен в середине 80-х годов. Ну а в 2012-м компания решает возродить популярный бренд для того, чтобы под его именем производить бюджетные автомобили для быстро развивающихся рынков. Ну а название модели Ondo можно дословно расшифровать как «свобода перемещения». А вот какую свободу в перемещении может дать этот седан своему будущему владельцу, сейчас узнаем. Начнем с багажника. Ну а здесь под крышкой скрывается очень внушительный для класса объем, а именно 530 литров. Более того, спинки заднего ряда кресел складываются вперед, что можно, безусловно, отнести к плюсам. Да и под полом багажника есть полноразмерное запасное колесо, что с учетом специфики российских дорог я также отношу к плюсам. Также очень хорошо, что здесь достаточно большой, широкий и высокий погрузочный проем, что упростит перевозку крупногабаритных вещей. Задний диван. Здесь все строго, серо и без излишеств. А для пассажиров здесь предусмотрены разве что кармашки в передних сиденьях и все. Здесь нет даже подлокотников, подстаканников и ниш в дверях. Более того, в моей комплектации отсутствуют электростеклоподъемники. Ну а зато, в принципе, я с ростом 1,85 м уселся нормально. Место есть как над головой, и чуть-чуть его осталось в ногах. И это с учетом того, что впереди стоящее кресло отрегулировано как раз под мой рост. А, в принципе, здесь поместятся три взрослых человека средней комплекции. Вот, правда, тому, кому придется сидеть посередине, может доставить дискомфорт вот этот вот высокий горбик, расположенный на полу. Ну а найти удобную посадку за рулем, в принципе, несложно. Хотя, конечно же, здесь очень скромные регулировки и сидения, и рулевой колонки, которая, например, регулируется разве что по высоте. Ну а в целом дизайн интерьера как под копирку позаимствован у обновленной Lada Calina 2. Конечно же, на Ondo стоит немножко другая приборная панель. Ну а так, что касается эргономики, эти автомобили практически идентичны. На презентации Ondo в Москве у моих коллег возникло много вопросов по поводу того, сколько же в этой модели японского, а сколько нашего. На что представители компании сухо отвечали, то что Datsun — это Datsun, а Lada — это Lada. И объединяет их только то, что Ondo построен благодаря активам и мощностям АвтоВАЗа. При этом вся техническая начинка была модернизирована в конструкторском бюро компании Nissan для того, чтобы соответствовать уровню японской марки. Говоря проще, взяли нашу Ладу Калину,
Провели работу над ошибками, модернизировали ее на свой лад и запустили модель. На мой взгляд, это единственные аргументы, которые могут оправдать производство в России, ну, фактически двух одинаковых автомобилей с разной упаковкой и с разными логотипами на решетке радиатора. Более того, производство модели налажено на мощностях АвтоВАЗа. И Honda сходит с той же производственной линии, что сходят и Калина, и Гранта. Если говорить про модификации, то их всего две. Стартовая версия – это бензиновый атмосферный восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра, который развивает 82 лошадиные силы. И вторая модификация – это такой же мотор, но который развивает на 5 лошадиных сил больше. Собственно, этот двигатель установлен как раз-таки под капотом моего сегодняшнего Honda. Все модификации без исключения являются переднеприводными и с 5-ступенчатой механической коробкой передач. А вот этот вот момент смело можно отнести к минусам модели, потому что в нашей стране наши соотечественники все чаще стали отдавать свое предпочтение автомобилям как раз-таки с двумя педалями. Но я уверен, что представители компании об этом прекрасно знают, и поэтому совсем скоро появится Honda и с автоматической коробкой передач. Что касается динамических показателей и данных по расходу топлива, то до первой сотни километров в час с места седан разгоняется чуть менее чем за 13 секунд. И это действительно долго. Но ждать от слабенького мотора чудес не приходится. Максимальная скорость при этом составляет 175 км в час, и я, пожалуй, даже не буду пробовать разогнать этот седан до таких скоростей, ну и соображений безопасности, и для соблюдения ПДД. Но даже спринт с места дал понять, что этот автомобиль рассчитан скорее для спокойного городского движения. На этом фоне возникла проблема с обгонами на трассе. Например, в диапазоне скоростей от 80 до 120 км в час резко ускориться у вас точно не получится, и поэтому нужно тщательнее подходить к выбору места и времени для совершения маневра. Но зато после экспериментов с педалью газа бортовой компьютер мне показал средний расход в 7,7 литра на сотню, что неплохо. Ведь сам производитель обещает расход не более 10 литров при разных режимах движения. Но все равно, чтобы не испытывать судьбу, я, пожалуй, буду понежнее обращаться с педалью газа для того, чтобы раньше времени не опустошить 50-литровый топливный бак. Хотя постоянное раскручивание мотора до красной зоны выявило очень важный плюс модели Honda – шумоизоляция. Здесь достаточно тихо и, в принципе, при нормальных скоростях с пассажиром можно разговаривать почти шепотом. Опять же, подвеска проявила себя лучшим образом. Она неплохо справляется с неровностями дорожного полотна, и даже если въезжаешь в глубокую яму, нет впечатления, что работает она в крайних режимах. Да и дорожного просвета в 174 мм, мне кажется, должно хватить для российских дорог. Рулевое управление могло бы быть и поинформативнее, но все равно к откалиброванным японским настройкам безредукторного электроусилителя руля можно привыкнуть. А вот к чему привыкнуть нельзя, так это к сильным кренам в поворотах. Но это особенность строения подвесок. Если спереди это стойки типа Макферсон, то сзади установлена скручивающаяся балка, которая не позволяет инженерам гибко играть с настройками, но зато благодаря тому, что задняя подвеска сама по себе компактная, инженерам удалось сделать достаточно вместительный багажник, про который я уже рассказывал. Теперь о эргономике. Кардинально японцы ничего менять не стали, поэтому здесь прослеживается родство с автомобилем Lada Kalina, о котором я уже сегодня говорил. Но все равно все органы управления находятся под рукой, и это хороший плюс. Оснащенность комплектацией и список опций, положенных для модели, нельзя назвать бедными. Базовая версия оценена в 329 тысяч рублей. За эти деньги мы получаем 82-сильный мотор,
получаем подогревы передних сидений и неплохой список систем безопасности, таких как АБС, ЕБД и систему БАС, помогающую при экстренном торможении. Также водитель получает подушку безопасности. Каждая последующая комплектация получает все больше опций, таких как мультимедийная система, навигационная система, парктроники, обогрев лобового стекла, литые диски и так далее. Но в моем распоряжении сейчас как раз-таки средняя версия, которая оценена в 389 тысяч рублей. Топовая же комплектация оценена в 445 тысяч рублей. И уже получается, что до 500 000 рублей можно купить себе новый вместительный автомобиль с хорошим набором опций. Но для меня все равно остается загадкой смысл появления этой модели. За непродолжительный тест-драйв очень тяжело уловить разницу между Ондо и продукцией АвтоВАЗа. По моему мнению, Datsun Ondo — это целиком и полностью маркетинговый продукт. За этой моделью нет никакого инновационного инжиниринга, но зато есть грамотный расчет маркетологов, которым удалось вывести новую модель в сегмент, повесить на нее привлекательный ценник и гибко проработать опции каждой комплектации. Ну а громкая фраза «Ondo» — свобода передвижения — должна включать в себя не только вместительный багажник и гуманный ценник, но еще и надежность и неприхотливость в обслуживании. А вот это вот очень интересный момент. Пока непонятно, насколько унифицированы расходные материалы с продукцией АвтоВАЗа. Просто может получиться так, что, допустим, колодки на «Ладу Калину» или «Гранту» стоят 1000 рублей, а точно такие же колодки, но в коробке «Датсун» будут стоить почему-то 1300. Если подводных камней удастся избежать, и седан «Ондо» проявит себя лучше ближайших конкурентов, тогда да. Пришествие нового бренда и этой модели закономерно. И я бы даже сказал, с какой-то стороны необходимо. Ну а как сложится судьба седана в нашей стране, покажет лишь время. Поживем-увидим. До скорого.